Я думаю, что вся компания Жириновского все время ищет какие-то вопросы, себе ответы. Пусть он сам посмотрит на себя и скажет, чем ему мешает этот доллар. У нас нормальная в стране единица валюты рубль и никакого отношения не имеет. К великому сожалению, рубль гуляет, а доллар меньше. Вот поэтому, чего упразднять, его никто и не трогал, и упразднять. Поэтому это глупо и неинтересно. И думе надо чем-то заниматься более серьезным.